Я встречаю много людей по жизни. И хочу вам сказать, что никто из вас не сделает друг друга счастливым. Никто из вас не сделает. По одной причине. Если вы счастливы в Боге, написано в Писании, что Бог нашел нас. Это истина, которую никто не будет отвергать. Но есть другая истина. Если мы отозвались, и мы себя нашли в Боге, и отождествили себя с Его призванием, с Его предназначением, то сами в себе мы носим счастливый образ Бога внутри нас. И я верю, что человек, который себя нашел в этой жизни, который счастлив в себе внутри, он может другого человека сделать счастливым. Поэтому мое пожелание для вас в вашей жизни – найдите себя в Божьем предназначении, найдите себя в Божьем призвании, сделайте все, чтобы вы были счастливы по отдельности. Иисус сказал, что «Я есть хлеб жизни, я есть жизнь, воскресение». Он не сказал «Я буду, может быть, когда-то». Он уже есть. Вот счастливый человек, он уже есть. Он нашел себя, и тогда рядом стоящего он может осчастливить. Он несет в себе счастье, благословение, мир, устройство, покой, когда он знает, кто он есть. Поэтому, Виктор, если ты знаешь свою позицию как главы, как просто пастора домашней церкви, как ты сам внутри счастлив от его присутствия, то через тебя Бог благословит Алису. Через тебя она будет счастлива. Она будет доверять тебе, потому что тебе не нужно советчики. Тебе не нужно бегать за кем-то. Ты знаешь, кто с тобой. Ты знаешь, что Бог с тобой. Он твой лучший советник. Он твой лучший тот, который тебе подскажет, поможет. И на самом деле тот, который благословляет так, как никто другой. Поэтому я желаю вам найти себя в Боге. Конечно, я понимаю, что это теория, но практика только с Ним, она будет благословена. В послании к Коринфянам написаны слова, которые я всегда напоминаю молодым. Эти слова любви, я хочу их просто вам прочитать, и верю, что через эти слова Бог благословит вас. Упустить ни одного слова. Они очень важны. Человек сам по себе очень эгоист. Но когда приходит в его жизнь Божье присутствие и Божья любовь, то здесь просто найти себя в нем, в его любви очень просто. Любовь, она терпит. Она добра. Любовь не ревнива, не хвастлива. Она не превозносится, не ведет себя неприлично, не ищет своего, не раздражается, не ведет счет обидам, все переносит, всему верит, на все надеется. Любовь никогда не перестает, когда в вашей жизни центром вашего внимания является Иисус Христос. Друзья, мы объявляем сегодня новую семью. Виктор и Алиса, будьте благословенны. Новая семья.
strong faith, close family, choosing love in the midst of tragedy. When I met you, something changed in me. I'm better with you than I'll ever be. 'Cause when you walk into a room, life gets a little sweeter. When I look at you, I see a little clearer. Through the years and every change, we'll put up a fight. 'Cause you're my love, my everything. You are my life. Fast and got a little gritty. We found love, worked hard, bought a house with a big backyard. When I met you, something changed in me. I'm better with you than I'll ever be. 'Cause when you walk into life gets a little sweeter. When I look at you, I see a little clearer. Through the years and every change, we'll put up a fight. 'Cause you're my love, my everything. You are up a fight, 'cause you're my love, my everything.